Белоснежники. Маленькие. Маленький кустик. Такие красивые. Сегодня очень хорошая погода. Так свежо на улице, на воздухе. Вот у нас здесь кабаны ходят. У нас здесь волки ходят. Зимой, говорят, двух собак заели в деревне. Ну а что сделаешь? Иногда даже собак с цепей снимают волки. Не говоря уже о том, что какие-то собаки просто бегают. Приходят в деревню и просто их забирают. Волки. А у меня сегодня был такой день тепличный. Сейчас покажу, что у меня получилось. Помыла я теплицу. Конечно же, сначала. И вот сделала вот таким укрывным. Затенила новым свеженьким. 6-метровый по ширине, нет, 3-метровый по ширине и по длине 6 метров. По качеству очень хороший укрывной, такой прям плотный. Но не знаю, как у кого, но у меня без затенения укрывным вообще ничего не растет. Ну, то есть по весне, когда очень яркое солнце, все горит. Поэтому без затенения никуда. В прошлом году уже было все такое старое, уже было вот такое вот все. А в этом году вот все обновила. Вот так вот будет красивенько. Здесь так тепло, здесь так хорошо, но у меня здесь растет клубника. Поэтому мы скоро будем ягоды есть. Там вот три грядки. Я ее почистила, поэтому ее сейчас не видно. Вот такая вот была у меня сегодня работа непростая. А так у нас еще вот снег. Снег лежит, и даже не видно, и непонятно, когда он растает. Хотя, если будет солнце или дождь, быстро его сгонит. Сейчас хочу показать мои подснежники, которые около дома растут. Вот они, вот такая полянка у меня здесь. Маленькие. Такие они красивые, так нежно так они колышутся на ветру. Прям сама нежность. А есть еще вот такие у меня красивые. Тоже очень необычные. Ну, как-то они называются, я забыла по-правильному. Забыла. Недавно про них читала и вылетела из головы.